Мне жаль, Анна. Ну вот, Том. Двое больных, одно лекарство. Хэнсон, поторопись! У тебя задание, время подходит к концу. Я знаю. Давай договоримся. Я достану записи, а ты позаботишься об Анне. Вытащи ее отсюда. Жестко играешь, Хэнсон. Ладно, договорились. Хорошо, я иду за записями. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Cold Fear. Короче, Анька, Аньку спасли, она ушла, даже нас не потемкала, ни хрена. А как это наш главный герой-то? Он два раза уже был заражен. Он еще раз заражен, он что, не сдох никак? Как это? Он первый раз был заражен, и он как-то исцелился, ну, типа, антидотом, да. Но это ж хрень-то внутрь залазит, ты как ее, выкакал там, что ли, или что? Или куда ты ее дел? Так, нам нужно найти комнату отдыха ученых. А это где вообще, в принципе? Ладно, методом тыка. Как всегда, методом тыка, все. Так, а здесь я был, тут ничего нет. Была камера внутри, а там дверь есть, только я не помню, куда она ведет. Надо все вспоминать. Потому что тут нету карты, вот без карты вот прям плохо бегать. Ах ты падла. Стопудово. Выскакивай. Вот где-то эта комната отдыха-то их. А? Комната отдыха ученых. Это не то. Попробуй найди. А, тут дверей же нету, да? Ну да, точно. Здесь тоже бесполезная комната. Хорошо. Так, одного мы завалили с вами. Такого здорового упыря. Так, стоп, это... Там тоже вроде ничего нет, да? Вроде тоже нет. Значит, тогда нам получается на лифте назад. А что делать? А что, куда мне еще? Я не знаю, куда мне еще. Сейчас я, смотри, спускаюсь вниз. Сейчас еще вот тут посмотрим. Эта чертова дверь застряла. Сейчас я спускаюсь вниз, и этот один меня выпрыгивает и начинает пиздить. 100%. Отвечаю. Их тут двое же осталось. Да. Так что они все вылезут. Блин, патронов так-то мало. Не знаю, чем... О, у меня еще МП-5 есть. Еще ни разу им не пользовался. Ну, кстати, автомат и с фонариком, класс. Может быть, у меня теперь код есть к этой двери? Мне не попасть внутрь. Нет. Без правильного кода. Неинтересно. Неинтересно. Ну ладно, пойдем сюда, посмотрим, что здесь. Подожди, лучше я пока не буду тратить МП-5. Потому что, может быть, она клевая. Так, ну это тоже не туда. А куда же мне идти-то? Я, получается, там, где мне нужно пойти, я еще там не был. Главный лифт Рабалатолии. Подводный тоннель. Ну, это назад, да, получается? Там закрыто, и тут ничего нет. Ну, тогда назад, я не знаю, куда идти. Я вот, честно, не знаю, вот название. Комната отдыха этих самых. Где это? Я знаю, где у них комната отдыха здесь. Почему она не здесь? Короче, хорошая комната отдыха. Пришел, короче, такой постоял, посмотрел на рыбки, успокоился и все, нормально отдохнул. Видимо, лифт застрял где-то наверху. Мне нужно попасть в главный модуль бурения. Ага. В смысле, а как я тогда сюда попал? Я же через лифт и попадал сюда. Алло, как он наверх-то поехал? То есть мне, получается, сейчас нужно ехать наверх. А что, а где наверху? Я там все вроде обшарил. Там нету никуда идти. То есть мне нужно наверх поехать, да? Или куда? Чувак. Ладно, пойдем походу. Я не знаю, просто реально здесь плохо сделано то, что ты не понимаешь, куда нужно идти. Хотя оно, в принципе, везде так делать. Но сюда вроде не нужно. Тут, в принципе, ничего нет. Я просто по кругу обойду и тут поднимусь. Получается,
Просто так как, например, в Резиденте, да, там тоже нету вроде карт. Или там есть, я не помню. Вот я какую-то часть играл. Мне не попасть внутрь без правильного кода. Я в какую-то играл, но я не помню, там карта есть или нет. Ну, вроде там тоже карты нету. Но там просто что сделано так, что ты когда бежишь, ты, ну как, тебе назад возвращаться в принципе не нужно. А здесь я бегаю по одному и тому же месту раз 500. Потому что я не знаю, куда идти. Здесь ничего так, нету такого прикола, что если, например, прошел, тебя там закрыли, все, ты туда не попадешь. Тебе туда не нужно. Может, сюда? Таки-таки да. Так, что, будет кто выпрыгивать? Упыри. Не? Всех убил? Красава. Так, ну, скорее всего, тогда мне сюда идти. Сейчас здесь монстры будут. Блять, беги! Ёб твою мать. И как мне его бить? Он топает. Он топает. Хорош. В принципе, нормально его так уж. О, блядь! Сука! Пидор! Ёбаный ублюдок, нахера ты вылез-то с него? Ты пол жизни отсосал. В принципе, ракетница работает против него четко. А где ракетница? Алло. Блядь, забаговалась. Забаговалась прям ни на чем. Просто на ровном месте. Патроны к калашу тоже нет. Блин, ну хотя смотри, на одного еще хватит. А там их двое. Вот это мне сейчас подарочек классный, да? Типа на мостике сделали, блин, этого монстрюка. Так, а... подожди. Это получается назад, а вот это мне сюда, да? Так же вроде было все задумано. Не на эту сторону. Фу. Том! Йоу! Том, ты в порядке? Анька? Анна, ты спасла мне жизнь. Все равно спасибо. Ты должен помочь уничтожить это место. Я должен найти записи твоего отца. Когда я это сделаю, Беннет вытащит тебя отсюда. Ты погибнешь! Возможно. Но ты будешь в безопасности. Это главное. Прощай. Вот, не поцеловала, когда ушла. Вот тебе и все, вот тебе и последствия. Упсики. Да блин, как... О, прикольно, чувак. Нормально, вылез такой. Мне так нравится, когда они за 2 километра меня вот это... своими ножами попадают. Это просто прикол. Я стою хрен знает где. Но он при этом попадает. Здесь лазарет. То есть медпункт. Так, пойдем по походу. В оружейке что-то есть? Осталось еще? Здесь патроны должны быть. О, да. О, да! Да пошел ты нахуй! Еще кто желает? О, да я здесь зарядился вообще, красава. Тихо, вон там что-то есть у него? Опа-на! Аптещен. Че, все? Что, все прям зарядил? Японский. Да ладно. Ёлки. Вот это красота. Вот это мне нужно было. Потому что я что-то патроны потратил. Тут все, да? Да, мне все... Если что, здесь есть оружейное. Можно пополнить припасы. Хорошо, пошли. А, медпункт мне уже не нужно. Я здесь с этого чувака подрезал аптечку, прикинь. Так, ну я так понимаю, нам тогда туда. Ты же тут не встанешь? Ты же вроде, типа, как этот, ключевой персонаж, не должен вставать. Так, сейчас кто-то будет бежать. По-любому. Нет? Странно. Странно. Я так понимаю, сзади тоже, да? Ну да, логично. Опа, и патрончики восстановил. Отлично. Не потратил патроны к пистолету, потратил патроны к калашу и сразу же их восстановил. Так, этих я уже обследовал, обстрелил.
Ага. Никого. Все нормально, смотри. Я даже патроны не трачу. Троих ушатал, при этом не потратив патроны. Погаус. Так, я здесь был. Опа. А где сохранение мое? Где мое сохранение? Я побежал наверх. Я ну его нахрен. Кто там пытается ко мне влезть? Такой здоровый. Или маленький. Че, открыть тебе люк? Давай сейчас открою. Влезть не может кто-то. Заперто. Че заперто-то? Так, ну там... Ну, блин, тут у меня вроде тут здесь одна дверь. Я так понимаю, пока он не пробьет. Да мне нужна сохраняшка. Ты что, перед такими штуками всегда должна быть сохраняшка? Все, перебил? Перебузил? Нет, не перебузил. Но здесь вроде одна только дверь. Вон там. И все. Ты живой? Так, побежали, короче, туда. Заперто. Чего? В смысле заперто? А что мне делать? Стоп, а что делать? Здесь больше нет прохода. Контейнеры здесь же пустые. Я здесь всех отстрелил. Может быть, что-то отстрелить нужно, чтобы... Ну ладно, сейчас что-то попробуем. Так, смотри, у нас там есть вон лестница сверху. Может, ее как-то спустить? Так, кто там стучит в мою дверь? Чувак, нет никого дома. Отвали. Ай. Так, ну, я не знаю. Открыто. Я что, сам закрыл, что ли, эту дверь? Понятно. Я думал, может, она там, я не помню, эта кнопка была активна. Нет, не была активна. Ну, сейчас, скорее всего, я подойду к двери, и он выскочит. 100% отвечаю, смотри. Сейчас просто проверка. Вроде оружки куча, а патронов-то там мало. Потому что здесь чуваки такие мощные, просто их по полдня нужно стрелять. Особенно вот эти здоровые. Я восстановлю хпшку, в смысле не хпшку. Вот, открыто. Так, ага. Кто прыгает на меня? Че, никто? Как так-то? Уже кто-то должен. Так, а я не помню, мне вот сюда надо? Что это за дверь? Куда это она ведет? Ага, это в лифт. Подожди. В лифт. В лифт она ведет, в лифт она ведет. Пойду сейчас сюда обшарюсь, посмотрю, что здесь. Я не помню. Если здесь сейчас будут противники, значит правильно пошел. Ну? Можно? Ну так-то можно. Так это тут вроде ничего нету. Тут только звук, что вроде кто-то ползает. Только где он? Здесь есть дверь, но там вроде была. Если это не та дверь, где чувак эффектно вылетал. Да, это она. Эффектный выход был. Но тут вроде же больше ничего нет, правильно? Правильно. Ну, начни сюда. Пойдем дальше. Ой. Тут же еще не... Это еще не коридор. Хорошо. Блин, сложно дальше получается. Потому что бегать по одним и тем самым местам не очень прикольно. По 10 раз. Эта чертова дверь застряла. Хорошо.
Так, тут одна дверь. Одна. Открыта. Кстати, сохраняшки еще не было. Ага. Это я вышел. А я вот здесь был, кстати. Я что-то не... Наверное, не был здесь. Я не помню этой двери. А, был. Так, противников нету. Значит, я неправильно иду. Значит, мне нужно на лифт, скорее всего, вернуться назад. Типа, да, я так понимаю, или что? Или куда? Если противников нету, значит, я неправильно иду. Охрана. Не понял. Тебя же не было. Или был? Да вроде не было. Так, это тут, короче, этого глаз вставляли. Но тут вроде ничего нет. Там, в принципе, тоже ничего нет. Мы там вынесли, короче, генераторы. Там были чуваки, вынесли генераторы, красавцы. И что, куда теперь? Мне теперь нужно найти сохранение, потому что я сейчас минут 15 его буду искать. А что здесь? Здесь вроде ничего не было. Здесь, скорее всего, там, где сжигать чуваков. Ну да. Бесполезная комната. Пошли тогда назад. Тогда назад. Тогда в лифт надо тут. Я так понимаю, или куда? Тогда в тот лифт идти. И ехать на ту же сторону, и там что-то уже искать. Я не знаю. Ой, блин, это типа бегушки бесполезные. Ну просто класс. Не могли хотя бы маркер какой-то поставить? Не знаю, что хотя бы или направление дать, что вон тебе туда хотя бы, в ту сторону беги. Но просто что... они мне... тут написано. Должен найти комнату отдыха ученых. Где эта комната отдыха ученых? Я откуда знаю? Где-то гребаная комната отдыха ученых. Стоп! А это ж тут лифт, да? Правильно? Вот сюда же мне. Или нет? Или да? Ну ты да. Память вообще феноменальная. Да. Так, ты мне сразу приедешь куда надо? Прекрасно. Заперто. А так? Так, отперто. Блин, опять эта херня. Жилой модуль. Так, ждем. Идем. Беги, 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 беги. Тут жилой модуль весь засранный херней какой-то. Опа. What the fuck? Ты наверх, я так понимаю, не поднимешься? Спасибо. А я могу скинуть бочку? Чего? Поднимается? Серьезно? Ну иди сюда, ладно. А он сам ее ебашит, ему похуй вообще. Так, ну я так понимаю, мне придется спрыгивать или что? Ну давай. Тихо, пацан. Ему руку отстрелил. Ты живой? Нет, не живой, отлично. Я ему руку отстрелил, ты видел? Может, ему в руку надо стрелять? Так, тут у нас вроде закрыто было. Хорошо, но если здесь чувак... Эта чертова дверь застряла. Если здесь противник был, значит, нам сюда. Значит, я правильно пришел. Только что-то он сильно больно мощный. 5 бочек съел. Просто сожрал. Нет, смотри, не 5. Раз, внизу одну сожрал бочку. Тут раз, два, три, 4. 4 бочки сожрал, ему похер. Вообще красава. Откуда ты свалился-то? Скотобаза. Это не аптечка? Что это? А, это, блин, какой-то кусок говна. А, почему нельзя похилиться вот тут колой? Эта чертова дверь застряла.
Можно! Прикольно! Красота! Хе, колой похилялся, прикинь. Отлично. Ай. Так, ну значит тогда мне куда? Мне тогда падать вниз, потом идти туда опять на ту сторону. Ну, у меня другого выбора нету, потому что там дверь закрыта, здесь, получается, я не пройду тоже. Потому что тут я в дверь не попаду. Придется падать, а что делать? Блин, что-то все так сложно сделали. А, я тут уже живой? Так, эти ублюдки живые, мне на... А ты там что, может ты что? Или ты еще не живой? Понятно, он еще не активный, хорошо. Это их логово. Пойдем вот сюда. Потому что мне сюда, чтобы вернуться назад. Я не вижу ни хрена, ты чё? Так. Охрана чё, общежитие? Так, подожди. Я же здесь был, да? Ну да, я тут был. Тут вроде ничего нету. Окей. Не туда пришел, значит, да? Вот в этой же двери у нас ничего там? Замечательно. Дверь без ручки. Ну я вроде там был, так что мне, значит, не сюда. Блин, где же сохраняшка-то? Как мне сохраняшку-то найти? Вот это самое главное. Так, у нас здесь была дверь какая-то закрытая. То ли вот это, может она теперь открытая? Я должен найти путь в комнату отдыха ученых. А где она? Ты бы мне подсказал, комната отдыха ученых. Это же не комната отдыха ученых. Это просто комната отдыха каких-то чуваков. Верно? Верно. Значит, не туда, да? Получается, эта дверь тоже не она. А куда мне тогда идти? Наверх? Там душевая, в душевую мне тоже не надо. Вот сюда, что ли? Так, а тут тоже вроде ничего нету. Комната отдыха ученых. Столовка. Блин, да куда идти-то? Вот тут что-то бегает где-то. А, вот тут же еще дырка есть. Может в эту упасть попробовать? Так, давай сейчас двери проверим. Это чертова дверь застряла. А это не застряло, да? Так, в холодильнике вроде там ничего не было. Ну тогда мне один путь, только сюда. Я не знаю, конечно, куда, но это скорее всего тоже в то же место, где я и был. Только с другой дырки, блядь. И что делать? А что делать, реально, что делать? И куда идти-то? Я, например, не понимаю, куда мне идти. Там все закрыто, там я все проверил. Куда мне идти, блядь? Вот я где-то тут вылез как-то с жопы, я не знаю. Общежитие. Спальня охраны. Ну вот это еще дверь. Научный блок. Может сюда? Если мне с учеными Прекрасно. Так подожди, заперто. Подводный тоннель. И чё мне это даст? Ну... Ой, блядь. Куда идти-то, блин? Чё мне это даст? Я ж только что здесь был. Чёрт бы вас забрал. Где там ваша грёбаная... Это... Дайте хоть какой-то чертеж корабля, блин. В чем проблема была его нарисовать? Научный блок. Главный лифт, научный блок. Научный, значит, тут наука. Чё, прыгаем, нет? Может, ему в руку в натуре стрелять нужно? Мне не попасть внутрь без правильного кода. Склад боеприпасов.
Да, вот это сейчас весело становится. Хорошо, пошли сюда. Я не знаю куда, но... Супер, чего там написано ученых? Супер спальня ученых? Так, а все равно я ж туда не попаду никак. Там у нас ничего, вроде нет прохода никакого. Хорошо, может быть, вот эта дверь открыта? Эта чертова дверь застряла! То есть это я просто по кругу сейчас пройдусь, и все, я вылезу на... Опа! А ты что тут делаешь? Вылез, что ли? Так нет. Но если противник есть, то это уже хорошо. Здесь у нас вроде дверей никаких, там чуваки все закрыты. Почему он здесь был? Ну вот, я просто прошел по кругу. И просто сейчас поднимусь на лифт и пойду опять назад. Что за херня? Куда мне идти? Куда идти? Непонятно, вообще непонятно. Вообще непонятно, куда идти. Я абсолютно не могу понять, куда мне идти. В какую сторону хотя бы? На чем? Наверх, вниз, влево, вправо. Поехали на... Куда? Это сверху я? Ну, вниз поехали. Не, это я снизу. Поехали, там еще шарим сейчас все подряд. Но я там уже шарил миллион раз. Здесь просто уже пойти некуда. И при этом я все равно блуждаю. Санитарная обработка. Лаборатория. Комната отдыха ученых. Где эта комната отдыха-то? Санитарная обработка, переход. В смысле, подожди, что за переход-то? Куда переход? Ладно, побежали. Стоп, а у меня гранаты полные? Ага. Полные. Да ёпта. What the fuck? Я не знаю, куда идти, пацаны. Вообще не знаю, куда идти. Вообще абсолютно не понимаю, куда мне нужно идти. Ну это опять назад. Может быть, не... А я не знаю, куда мне. А я не знаю, куда мне. Вот дерьмо. Не работает. Не работает, значит, я назад не вернусь уже никак. Значит, мне либо сюда, либо тут. А я же сохраняшку не найду, блин. Я не знаю, куда идти. Реально не знаю, куда идти. Просто не знаю, где эта лаборатория-то. То есть комната отдыха этих дебилов. Комната управления мостиком. Где эта комната-то? Где она, в принципе, может быть? Комната отдыха ученых. Я что-то не помню такой. Я должен найти путь в комнату отдыха ученых. Из этой комнаты должен быть путь в комнату отдыха ученых.
Уверен? Твою мать! Сука! Как я должен был это догадаться, что здесь, блядь, проход? М? Кошмар какой-то. Вот тебе и комната отдыха ученых. Вот тебе и лэптоп. Я нашел лэптоп Камского. Кошмар, сколько надо было бегать. К порту USB и загрузи данные. Чем подключиться-то? У меня ничего нет. Пистолетом могу. Передаю файл с данными об антидоте, шеф. Получил. Что дальше? Ничего, я отключаюсь. Не шути со мной, Хансон! Эй, ты сам сказал, что тебе нужен только антидот? Послушай, Хансон, немедленно возобнови передачу. Мне нужны все данные. В таком случае можешь прийти и забрать их сам. Красава, вот так и надо, блядь. Эй, предложение взорвать все к чертям еще в силе? Том, да, да, конечно! Отлично. Тогда говори, что делать. Я нашла немного взрывчатки, но этого недостаточно для обеих платформ. Ниже ватерлинии есть склад, на котором можно найти еще. Он заперт? Да, конечно. Но я передам тебе код, а также помечу места, где нужно будет установить заряды. Об этом месте я знаю все, в том числе и то, как его... Фу, ты дурак, блядь. Тормоз, что ли? Совсем охерел? Нахрена ты выскакиваешь? Из шкафчиков. Ну давай, кто там еще? Ты? Эй. Да попади ты или так, вот так, как-нибудь. Зеленая кнопка, смотри, нельзя нажать. Фух, так, хорошо, нашел я это гребаное место, конечно, да. Там я немножко обрежу, потому что я бегал, ну, не так-то сильно много и бегал, но бегал. Просто я не мог бы подумать, что здесь именно этот переход. Это как вообще? О, спасибо. Вот на этом мы и закончим, скорее всего, потому что одна сохраняшка за серию, вы чё? Фух. Открыто. Хансен, код доступа 19012. Ты должен пройти через главный лифт лаборатории. Понял. Будь осторожнее. Ты тоже. Это, я так понимаю, код там, где лифт. Вот там лифт вот этот, да, который здоровый. Ты, сука, падла. Да в смысле ты еще не сдох? Короче, давайте на этом закончим. В следующей серии будем что искать? Найти склад боеприпасов и достать С4. Ну, я где-то видел тут рядом вроде склад боеприпасов. Это нам на огромный лифт идти. Правильно? Вроде правильно. Короче, ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, короче, не знаю, что хотите, то и делайте. Всем до встречи в следующей серии. Cold Fear, может быть, она будет последняя, а может быть, нет, не знаю. Короче, все, всем пока.